Всем доброе утро. У меня оно началось сегодня не с кофе, а с прочтения новостей. Собственно, последние недели, наверное, у многих так оно начинается, кто живет в Украине. Вот. Хотя кофе у меня тоже есть. Этот самый. Порадовала новость, которую уже официально объявили вооруженные силы Украины. Значит, был уничтожен очередной генерал-лейтенант. Отправился на концерт к Кобзону. Это Андрей Мордвичев, командующий 8-й армии Южного округа. По-моему, так. Ну, в общем, Мордвичев. А перед этим ликвидировали полковника, я не могу никак найти его фамилию, который отдавал приказ расстреливать колонну, которая выходила из Иловайска. То есть они туда дали зеленый коридор, кто забыл, и в этом зеленом коридоре расстреляли колонну, которая выходила из окружения. Вот, поэтому новость такая вот хорошая. Концерт Кобзона, места заполняются. Я очень рад за успехи наших военных. Вчера, как уже официально объявили, группировка войск на севере от Киева была откинута на 70 километров обратно. Может быть, поэтому сегодня в Киеве было тихо, насколько я знаю. По крайней мере, уже не просыпался, на улице никто не стрелял, какие сволочи нигде не лазили. Наконец-то я сегодня более-менее нормально поспал. Так что всем желаю спокойствия, мира и хороших крепких снов ночью. До встречи!